Всем привет! Сегодня свяжем с вами симпатичный узор спицами. Вот такая рельефная геометрия. Раппорт этого узора состоит из 12 петель и 24 рядов в высоту. При поворотном вязании количество набранных петель должно быть кратным 12, плюс 1 петля симметрии, плюс 2 кромочные петли. Такой узор хорошо будет смотреться на свитере, джемпере, жилете, кардигане, кофте, платье или юбке. Вот так смотрится лицевая сторона узора. А вот так изнаночная сторона. Теперь я вам покажу схему этого узора. Вот схема этого узора. Это схема для поворотного вязания, и в ней приведены лицевые нечетные ряды. Все четные — это изнаночные ряды, их нужно вязать по рисунку, то есть так, как смотрят петли. Раппорт этого узора состоит из 12 петель в ширину и 24 рядов в высоту. Вот раппорт узора здесь обведен красной рамочкой. В этом узоре есть 1 петля симметрии после раппорта. Узор очень легкий, то есть он состоит из комбинации лицевых и изнаночных петель. А теперь давайте приступать к вязанию такого узора. Сейчас я на спице классическим способом наберу 15 петель, то есть 12 петель — это раппорт узора, плюс 1 петля симметрии, плюс 2 кромочные петли. Итак, начинаем набирать 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вытягиваю одну спицу, поворачиваю работу и начинаю вязать узор. Первый ряд по схеме. Итак, кромочную петлю я снимаю, начинаю вязать раппорт узора. Я провязываю 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Потом нужно провязать 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Потом у меня лицевая, изнаночная, снова лицевая. Раппорт я закончила. Дальше вяжу петлю симметрии после раппорта. Это лицевая и последняя — кромочная, изнаночная. Я провязала первый ряд по схеме, дальше нужно вязать второй ряд. И все четные — это изнаночные ряды, и нужно их вязать по рисунку. И в этом видео дальше я буду показывать только, как вязать лицевые нечетные ряды. Третий ряд по схеме. Кромку я снимаю и потом вяжу раппорт. Я должна провязать 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Потом 3 лицевые. 1, 2 лицевая, 3 лицевая. Изнаночная. Раппорт я закончила. Вяжу петлю симметрии. Это лицевая. И последняя у меня — кромочная, изнаночная. Пятый ряд по схеме. Кромку я снимаю, вяжу раппорт. 1 изнаночная, потом 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Потом у меня изнаночная, снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связала. Потом я вяжу петлю симметрии. Это изнаночная. Последняя кромка — изнаночная. Седьмой ряд по схеме. Кромку снимаю. Потом вяжу 2 изнаночные, затем 3 лицевые. 1, 2, 3. Потом у меня изнаночная. Дальше 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная. Раппорт я связала, вяжу петлю симметрии. Это изнаночная, последняя — кромочная, изнаночная. Девятый ряд по схеме. Кромку я снимаю, вяжу раппорт. 3 изнаночных. Потом у меня лицевая петля, потом изнаночная. Затем нужно провязать 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Потом 2 изнаночные.
Раппорт связала, петля симметрии изнаночной, последняя кромочная изнаночная. 11 ряд по схеме. Кромку снимаю, вяжу раппорт 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Потом вяжу 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Потом 3 изнаночных. 1, 2, 3. Раппорт закончила, вяжу петлю симметрии, это изнаночная, последняя кромочная изнаночная. 13 ряд по схеме. Итак, кромочную петлю я снимаю, дальше вяжу раппорт 3 изнаночных, потом 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем изнаночная, потом лицевая, 2 изнаночных. Раппорт связала, петля симметрии изнаночная, последняя кромка изнаночная. 15 ряд по схеме. Итак, кромочную петлю я снимаю, потом вяжу 2 изнаночные, потом 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная. Потом 3 лицевые. 1, 2, 3. Изнаночная. Раппорт я связала, петля симметрии изнаночная, последняя кромка изнаночная. 17 ряд по схеме. Кромку я снимаю, вяжу раппорт 1 изнаночная, потом вяжу 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, потом изнаночная. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связала, вяжу петлю симметрии изнаночная, последняя кромочная изнаночная. 19 ряд по схеме. Кромочную петлю я снимаю, дальше вяжу 1 лицевую, потом 1 изнаночную. Затем я вяжу 3 лицевые, 3 изнаночные. Потом 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Раппорт я связала. Вяжу петлю симметрии. Лицевая. Последняя кромка изнаночная. 21 ряд по схеме. Кромку я снимаю. Вяжу раппорт. 2 лицевые. 1 изнаночная. Потом у меня лицевая. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 3 лицевые. Раппорт закончила. Петля симметрии лицевая, последняя кромочная изнаночная. 23 ряд по схеме. Итак, кромку я буду снимать. Потом вяжу раппорт 3 лицевые. 1, 2, 3. Потом нужно провязать 7 изнаночных. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем 2 лицевые. И петля симметрии лицевая, последняя кромочная изнаночная. Значит, вот я провязала 23 ряда в высоту. И сейчас нужно провязать последний, это изнаночный 24 ряд. Итак, друзья, вот я провязала в высоту 24 ряда. Это есть раппорт узора. И теперь узор нужно повторять с первого ряда. И у меня получается вот такой рельефный узор. То есть мы видим, вот получается вот такая лицевая как бы полоска, 1, 2, которая перекрещивается, а между ними потом будет формироваться вот такой изнаночный ромбик. Это будет более четко видно, когда мы выполним 2 или 3 раппорта в ширину и в высоту. Значит, на этом образце я выполнила раппорт узора 1 раз в ширину и 1 раз в высоту. И давайте сейчас сравним с другим образцом. Вот этот образец, на котором я выполнила раппорт узора 3 раза в ширину. То есть вот первый раппорт, второй и третий. И 2 раза в высоту. И получился вот такой очень интересный рельефный узор. Добавляйте такой узор в свои копилочки. И всем желаю ровных петелек. Пока!